13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики. Эту дату определили депутаты Государственного совета на 41-й сессии. И сегодня об этом говорили на совещании у временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева. О необходимости честных выборов говорят ровно столько, сколько существует сам институт народного избрания. Создать равные условия для всех кандидатов, независимо от их партийной принадлежности или самовыдвиженцев. Такую задачу обозначил временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев во время своего выступления на сессии Государственного совета. Со стороны депутатов районных собраний тоже есть запрос на организованный и цивилизованный контакт со всеми избирателями, кандидатами. С программами действий, которые они будут предлагать, лучше, конечно, знакомиться из первых уст. Лучше слышать это все, какие программы предлагаются. Органы местного самоуправления готовы создать так называемые коммуникационные площадки для встречи выдвинутых кандидатов с избирателями. На практике, конечно, мы бы таким образом сегодня предполагаем, что любой кандидат, включая тех, кто еще не зарегистрированы, официально может обратиться к нам или напрямую в администрацию с запросом на организацию такой публичной встречи. Мы готовы разработать порядок. Сосанович, спасибо большое. Предложение однозначно принимается. Мне кажется, достаточно правильное предложение. Если вы будете модератором этого процесса, коммуникатором всех, а я просил бы, значит, всех глав администрации, администрацию главы Чувашской республики, ну и, конечно же, Центральную избирательную комиссию активно содействовать вам в этом процессе с тем, чтобы вот этот порядок, о котором вы говорите, создание коммуникативных площадок, он, с одной стороны, обеспечивал бы равный доступ всех выдвинувшихся кандидатов, которые изъявят желание участвовать в выборах главы Чувашской республики. Я думаю, что заранее надо объявить график соответствующих мероприятий, с тем, чтобы кандидаты знали, могли представить свои, ну, то есть по районам и городам Чувашской республики, могли представить свои видения, ну и соответствующим образом в случае поддержки собрать необходимый муниципальный фильтр. Предвыборные встречи с населением пройдут максимально демократично, уверен Олег Николаев.